Есть. Чудесный вопрос. Я вот просто не могу его не назвать, не задать сейчас. Мне написал мужчина, они иногда пишут, написал: Наталья, спросите у доктора Курпатова, а действительно ли женщины тупее мужчин? Вот поэтому я задаю вопрос, как есть, я его сейчас не переформулировала, он так и был. Действительно ли женщины тупее мужчин? Если мы реально тупее вас, вы можете прямо сейчас это сказать, мы не поймем, мы тупые, мы этого даже не осознаем. Поэтому давайте. Ну, я вам, прежде чем ответить серьезно, вот, я отвечу высказыванию из научной монографии 18 века. Трандайк, это один из основателей там, психологии, вот, значит, ему принадлежит такая фраза в научной монографии. Внимание. Значит, если мы посмотрим, значит, на выдающихся ученых, музыкантов, писателей там, и так далее, то мы поймем, что талантом и вот этой интеллектуальной мощью наделены в основном мужчины. Из чего следует вывод, и что идиотов среди них значительно больше. Ну, кривое распределение. Значит, что правда? С умственной отсталостью больше рождается действительно мужчин. Значит, но, ну, так. То есть мы более стабильны, но Вы, вы конечно, да. и в плюс, и в минус можете, Значит, да? здесь надо понимать просто вообще идею эволюции. Идея эволюции состоит в том, что должна быть воспроизводство, да, и должен быть эксперимент. Да. Вот в воспроизводство закладываются все четко способствующие выживанию стратегии. А вот в эксперимент может быть все, что угодно. И поэтому мужчина – это экспериментальный тип. Да? То есть вот если экспериментатор хороший, то у него будет много замечательных половых партнерш, которым он передаст свои гены. Гены, да. Да, если экспериментатор дефективный, ну вот, то он мало генов передаст. Да? И, соответственно, эволюция, она что делает? Она делает женщину биологически как такую стабилизирующую систему, которая определяет количество количество детей в популяции определяется количеством женщин. Да? Вот сколько женщины могут родить, столько их будет. Да? Вот. От мужчины Но количество. они же, получается, не от каждого рожают, они же выбирают как. Они выбирают, да. И, собственно, весь ум женщины состоит в том, чтобы выбрать, Выбрать правильно. да, мужчину, у которого вот экспериментатор, то есть талантливый, но не придурок. Вот. Это не просто Это сделать. очень сложно, Андрей. Да, Вот. потому что мужчина умеет вводить в заблуждение по этому поводу. А мы умеем сами себя обманывать еще. Это тоже, да. Но для эволюции, знаете, мы все как бы крохи ее большого такого течения. Вот. Это, в общем, я шутил, ну, отчасти. Вот. Если говорить серьезно, то у женщин и у мужчин просто разные формы интеллекта. То есть они решают потенциально разные задачи. Да? То есть у мужчины интеллект более исследовательский, он больше направлен на новизну, да? Женский интеллект больше направлен на упорядочивание, на системность, на ну вот сейчас были очень интересные финансовые исследования, и исследовалась стабильность и устойчивость компаний, и выяснилось, что те компании, которые возглавляются женщинами, они более стабильны и устойчивы. То есть они Ох, это менее сейчас ты подвержены извините. кризису. Извините, что перебью. Это вот оттуда берется устройство семьи, где женщина весь бюджет держит у себя в руках. Ну, то есть, на самом деле, это, наверное, самая стабильная семья, правильно? Нет, Или я нет? думаю, что это берется просто из женского прагматизма, потому что женщины, конечно, значительно более прагматичны, они вынуждены смотреть наперед, потому что у них большая ответственность, да, потому что они отвечают не только за себя, но и за своих детей. Ну, даже если их нету, они все равно как-то их держат там где-то в подкорке. Да, вот. Воображаемые дети, вот эти наверное. Воображаемые дети, да. И в этом смысле они более ответственны при принятии решений. Вот. Мужчина, он в этом смысле среднестатистический, я опять же подчеркиваю, мы сейчас говорим о каких-то таких виртуальных единорогов мужчин и женщин, да, но вот среднестатистическая женщина, среднестатистический мужчина, они, значит, вот просто мужчина более рисковый, женщина более прагматична в принятии решений. И вторая составляющая состоит в том, что женский интеллект, он значительно более
лингвистический, так называемый, потому что у женщин связь между правым и левым полушарием, а левое лингвистическое, правое, оно такое фактологическое, она лучше, чем у мужчин. У мужчины как бы вот эта связь между полушариями хуже, чем у женщин. Вот, поэтому они вот что-то мыслят одно, а говорят другое. И вот их говорят, ну ты вырази нормально словами, про что речь? И он так говорит, му. Он... А вот из-за этого мужчины плохо врут? Ну то есть, если вас начать прижимать к стенке, женщина, любая женщина выкрутится как-то, да? Мужчина... Вот. И, вот. И в этом смысле у женщин более... Но зато как бы в плюс мужчине можно сказать, что у него лучше развито пространственное мышление. То есть, ориентироваться в пространстве. Да, вот, то есть, вот, как бы... А это же за этим следует что? Более абстрактное мышление. То есть это способность вот, строить математические конструкции, вот эта вся инженерия, вот эта архитектура там, и так далее. Это мужское. Более мужское. Но просто потому, что ну, есть, но опять же, это средний, если мы возьмем в среднем по больнице. Может быть, прекрасная женщина с абстрактным мышлением и прекрасный мужчина, который врет так, что не поймаешь его даже с граблями. Так, то есть мы берем среднестатистическое, а женская логика вот эта пресловутая, когда говорят, о, это женская логика начинается. Ну, женскую логику здесь четко можно сказать, придумали мужчины. То есть мужчины... Мы нормальные, да, все? Это все мужики нормальные. Да, а, значит, мужчины мыслят по-другому, и когда они сталкиваются, ну, как бы опять же, в среднем по больнице, вот, потому что меня все время... феминистки, значит, бьют санными тряпками за то, что я, значит, вообще в принципе говорю о различиях мужчин и женщин. Я развожу руками, говорю, ну, как бы, что поделать, различия наукой определяются, есть они. Вот. И вот в среднем, если мы говорим, то, значит, у мужчины мыслит более причинно-следственно, то есть он более такой... прямолинейный, да? Аналитический больше с точки зрения, то есть у него кора, она как бы более давлеет над подкоркой, он менее чувствителен, менее чувственен. Они как бы толстокожие, но внутри, конечно, они все равно мягкие, потому что они люди, дети, ну как бы к мужчинам надо неплохо относиться, они иногда... Нет, у меня нет такого, что я всех учу плохо относиться. Ну, я нет. Просто так, даже кто-то слушает. Ну, вот. Есть масса всяких разных книжек, там, как стать стервой и прочее, знаете, там... Я читала, я старалась, я в 16 лет очень старалась быть стервой, очень старалась. Сейчас мне смешно, а там мне было не смешно вообще. Некоторые просто это все всерьез воспринимают. Вот эти все книжки, разводки. Да, и мужчина, не понимая то, как думает женщина, а женщина думает, у нее есть несколько параллельных потоков мышления. То есть у нее, она более чувствительна, у нее активизируется сразу несколько каких-то доминант, и она сразу несколько потоков как бы информации обрабатывает и выдает сразу совокупный ответ. А мужчина... Ну, возможно, Андрей, возможно, да. Это правильный ответ, потому что она как будто бы со всех сторон обсмотрела эту проблему и подала решение, или нет? Может быть, правильно. Мы здесь сейчас не обсуждаем, насколько правильно и неправильно. Мы обсуждаем, почему мужчина сталкивается с тем, что ему эта логика непонятна, а дальше, поскольку у нас в культуре женщина это такое уничижительное понятие было, все, да, есть человек, а есть женщина. Ну, как вот. Скотина вон в каком-то веке. Да, скотина, да, и да, женщина, но вот. Сейчас уже это все меняется, конечно, но вот, но изначально, конечно, ситуация была такая, когда Чичиков ездил, покупал мертвые души, вы какие думаете, он души покупал? Ну, мужиков. Мужиков, потому что женщины шли в нагрузку, ну, то есть они... Бесплатно, как бы, да. Ужас. Мы с вами договорились. Сейчас вам начнут писать феминистки с новой силой. Ой, это... На вилы. Да, да. Ну вот, ну, в общем, как бы там ни было, женщина была долго как бы вторым полом. Симон де Бувуар так и назвала свою книгу знаменитую, которая стала Библией феминизма. Симон де Бувуар – это жена Жан-Поля Сартра, выдающийся философ сама по себе. Она написала книгу «Второй пол», которая стала... вот таким как бы первым научно-политологически, культурологически, философским вызовом вот, мужской цивилизации. Mm-hmm. И вот, как бы, вот, да, и, ну, вот всегда была вторичность это. Вот, поэтому унижение, что логика женская, она типа
Она не формально логическая. Она просто рассчитывает несколько параллельных процессов. Женщина учитывает больше составляющих ситуации, нежели это делает мужчина. Все, хорошо, на этом мы порешали, что мы не совсем тупые женщины. Сейчас я просто, кто не понимает речь Андрея, я буду на обычный человеческий язык переводить. Мы не тупые, все нормально, расслабились. Про любовь. Мне написали вопрос несколько людей про любовь. Любовь мужская и любовь женская – это две разных любви? Или любовь, она и в Африке любовь, и она одинаково проявляется? Как понять, что мужчина тебя любит? Вот. Основной вопрос женщины. Есть какие-то признаки, что он, допустим, глазом подмигивает или еще что-то? Ну, если он глазом подмигивает, надо быть начеку, это точно. Говорит, я тебя люблю. Чтобы это важно. Вот. Значит, ну, понимаете, проблема с самим словом «любовь». Что мы понимаем под словом «любовь»? Вот, потому что мы любим родину, любим маму, любим пиво, любим... Ну, я не люблю пиво, но кто-то любит пиво, вот. Тортики всякие, да. Это тоже же любовь. Тоже же любовь, да. Любим детей, любим работу и так далее. Поэтому любовь – самое такое, как это, неверное слово. Вот, оно всегда может... Когда человек говорит «я люблю тебя», это может значить все, что угодно. Я люблю тебя как друга, я люблю тебя как человека, я люблю тебя как женщину, как мужчину, как черта в ступе. Каждый дальше уже на с той стороне можешь выбирать, что тебе. Ну нет, мы говорим, но вы же понимаете, что мы, женщины, обычно имеем в виду такую любовь, которая как в кино, что он потом всю жизнь, даже если я умру, он будет меня любить, никогда за другую не выйдет замуж. То есть за потенциального некрофила, да? Значит, ну ладно. Возвращаемся к мужскому ощущению любовного. Да, чувства. Что такое любовь для мужчины? Да, значит, у мужчины есть так называемый гон. Значит, как у всех самцов. Значит, есть период, когда, значит, складываются какие-то его собственные внутренние тонус гормональные, внутренняя такая боевитость, которая необходима к тому, чтобы... Это подростковое время, извините, что перебила? Какой это период возраста? Этот гон случается и в 40, и в 50, ну вот, и в 60, как там Вертинский любил петь про всяких разных дам, которые, значит, очередного своего богатого мужа свозят на кладбище. Вот. Во всех возрастах случается это помутнение сознания, потому что гон – это помутнение сознания. То есть это сексуальный объект, да, попадает в некую матрицу, которая предустановлена в конкретном мужском мозге, и как бы встает в нее как ключ к замку и поворачивает мужские мозги, значит, с аналитического на подсознательное. Как это сделать? Как сделать, чтобы у мужика на крыша поехала? Можно я сначала расскажу, чем ты закончишь? Да, хорошо. Просто там уже пишут, типа, уже ближе к делу. Как сделать, чтобы мужик влюбился? Значит, не торопись. Тут главное, знаете, не дать осечку. Значит, вот у него мозги переворачиваются, и дальше его заполняет так называемая сексуальная доминанта. Значит, он начинает грезить о конкретном сексуальном объекте, о конкретной женщине, он начинает ее всячески внутри головы идеализировать. Какую бы глупость она ни выкинула, он будет интерпретировать это просто как нечто. Вы просто не понимаете, она просто. Вот. Значит, и дальше все это будет продолжаться а, до первого секса, б, до первого регулярного секса. Значит. Подождите, сейчас я буду останавливать и задавать вопросы, потому что есть люди, которые так же, как я, тупят. То есть, получается, в любом случае эта эйфория когда-нибудь закончится, либо на первом сексе, либо там на 25-м. Да, ну вот примерно вы правильно, цифры примерно те самые. Значит, если... Подождите, а если я буду растягивать 25-й секс, раз в год просто буду давать, и 25-й будет просто 25 лет вместе? Да, ну, есть риски. Ну, в общем, если просто говорить про временную периодизацию, вот это мужское безумие, да, которое связано с тем, что он готов, значит, там, на коленях, цветами, со слезами, соплями, значит, и, в общем, и прочими вот как бы признаками нездоровья психического нападать, значит, на предмет твоей сексуальной страсти, значит, это, значит, первый секс, дальше первый месяц, дальше первые 3 месяца, дальше первые полгода, дальше год, дальше 3 года. Вот это к
конструкции, после которых будет происходить как бы снижение вот этого чувства, основанного только на сексуальной доминанте. Значит, дальше мы все с вами люди. Угу. То есть мы, кроме того, что мы половые агенты, мы еще социальные. Мы еще и люди, да. И очень важно, что в тот момент, когда у мужчины рухнут его как бы вот эти вот это его эйфорическая штора упадет, да, вот эта вся. Эйфорическая шторка, она рухнет, вот, он обнаружит перед собой человека. И очень важно, чтобы, если женщине этот человек, вот этот мужчина, он тоже человек в каком-то смысле, вот. Надо же такие вещи удивительные говорить. Да, вот, да, чтобы он, собственно говоря, в этот момент увидел не женщину, которая парит в облаках своей исключительности, потому что он ее умудряется убедить в том, что она богиня на все времена. Это не надо верить. Этим надо наслаждаться, получать от этого весь возможный кайф, да, вот, временно побыть императрицей этой вот, владычицей морской и Еленой Прекрасной, пожалуйста. Но потом у него будет как бы легкая корректировка, да, потому что уровень вот этой сексуальной доминанты, которая все перекрашивает вот в эти эйфорические тона, будет снижаться, и дальше не разочаровывайтесь, потому что, ну, счастье, во-первых, что к вам человек испытывает такое сильное чувство, да, другое дело, что оно немножко туповатое, в смысле, как бы, ну, оно еще не продуманное, оно просто... Ну, оно на эмоции что-то. Да, вот да, 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 да. Вот, и здесь просто не нужно из-за этого расстраиваться, а нужно показать ему свои человеческие черты, которыми вы готовы с ним на протяжении дальнейших отношений делиться. А вдруг ему не понравится? Вдруг он восхищался всем этим только потому, что он был кому-то? Может быть, не понравится. Ну, то есть я же тут как бы без гарантий. Вот, я... Да что же за разочарование? Театр. Ну вот. Моя задача как бы высказать тренд. Просто дальше девушки начинают совершать некоторые глупости. Например, они начинают демонстрировать из себя невероятных хозяюшек, которыми они в действительности не являются. То есть они начинают готовить завтраки, там еще что-то. Это в начале отношений или после 3 лет, когда надо уже следить? Когда начать это делать, скажите? Нет, ну просто показывайте ему себя настоящую. Ну, то есть не надо пытаться как бы избыточно. Быть идеальной. Да, потому что сейчас как раз период, вот после этого, в течение первого месяца, первых 3 месяцев, период, когда вас могут принять такой, какая вы есть. Да? Вот. Только в этот момент не надо впадать в образы, вот как бы я все, вот он меня любит и пусть, значит, вот теперь терпит. Вот. Потому что у девушек есть желание иногда любимому мужчине выдать все, что они накопили в качестве обиды. Обиды за прошлые отношения. За прошлые отношения. Вот, как бы, вот ты появился, ты, значит, меня полюбил, и сейчас я тебе скажу все, что я думаю про мужиков. Вот. Но это делать нежелательно. Вот. Лучше показать свои хорошие стороны, но тоже не перебарщивать. Потому что в противном случае потом держать планку, а у него требования увеличатся. И, в общем, это... Я просто за женщин, можно заступлюсь. Мы, женщины, когда влюбляемся, поначалу мы начинаем готовить, убирать и делать вот эту чушь не потому, что мы там что-то пытаемся, мы тоже в эйфории, мы сумасшедшие в этом плане. Я вдруг начинаю готовить, хотя я не умею готовить. Да. Ну, сейчас мы говорим с вами про взаимные чувства. Вот. Это большая редкость. Но все-таки обычные отношения, они... Ну, правда состоит в том, что... Сколько процентов? Ну, это никто взаимных не... чувств. Ну, серьезно, ну на ваши взаимные правила. Взаимные чувства возникнут после 3 месяцев, после года и после 3. Вот где нужно ожидать взаимная страсть, вот эта вот патологическая, с выкаченными глазами и вот. Ну, как бы она случается, она просто вся плохо заканчивается. Потому что и мужчина нарисовал себе бог знает что в голове, и женщина нарисовала себе бог, а потом у них это копадает у обоих, они смотрят друг на друга. Ты кто? А бывает такое, что вот это не заканчивается, то есть глаза не закатываются обратно, они на выкате вот так и живут все там 100 лет. Есть такие семьи или нет? Вечная вот эта пресловутая любовь, где она? Она есть или это выдумка? Она есть. Вот. Где? Есть. Сказки есть. Русские народные простые храмы.
животные. Ну, блин, но, нет, так я их Колобка вспомню, там вообще все печально. На самом деле, это вот советские сказки хорошим концом. Если вы почитаете реальные сказки, ну, то есть там... Братьев Гримм в оригинале, да. Братьев Гримм, этих, как его, Андерсона там и так далее, там везде конец, в общем, достаточно реалистичен. Но правда состоит в том, что мир – это сложная штука. Научиться в нем чувствовать себя комфортно и быть более-менее счастливым – это искусство. Это только люди, которые обладают мозгом и которые что-то с собой делают, как-то над собой работают, они на это способны. Ну вот когда я покупала вашу красную таблетку, которую я прочитала, я подумала, так, вот сейчас я прочитаю и сразу все пойму и начну жить просто великолепно. Но мы так все думаем, мы когда думаем, сейчас он нам расскажет какие-нибудь там 3 простых правила, и мы, руководствуясь этими правилами, прям заживем. Мы же вот так хотим. Ну, на самом деле, есть много правил. Вот. Если вы все их знаете, ну не все, а много знаете. Много. Сколько? Больше 100? Ну, у меня вот много книжек, вот, я после 40 перестал считать, да. Прям. Да. Ну, то есть около 50, грубо говоря, правил основных. И в них там где-то по 10 правил, по 20. В каждой. Ну, вот. Ну, то есть правил... 500 правил. Да, но на самом деле это же не все так трагично, вам не надо сразу все правила. Есть книга, например, «Мужчина и женщина», там правила... про отношения мужчин и женщин. Есть книга про детей и воспитание. Там правила про детей. Вот. Как ну, вы не обо всем. Очень круто. Я ваши все книги прочитала. Я хотела... Подожди, сейчас будет отступление. Я попросила прислать книгу с автографом, потому что мы выступали в одном книжном. Я презентовала свою книгу, а вы на следующий день свою. Я говорю, пришлите мне книгу с автографом, я его обожаю. Мне прислали книгу, да просто ладно. Прислали книгу без автографа, приятно. Запечатанную просто. Они не поняли меня. Они подумали, что мне жалко деньги тратить, и я попросила у них на халяву книгу вашу. Нет, ну мы это теперь компенсируем. Автограф обязан появиться. Все, вернемся к женщинам. Там мы о чем говорили? Про страсть, про вот это, что ее не бывает. Бывает нормальный человеческий. Да, страсть – это самый большой риск. Ну вот, Ромео и Джульетта, вы знаете, как заканчивается. Но они молодые были, они подбуханные. Там же они пили вино, я так понимаю. Не было водички. Когда 14-летние дети... Там все пили вино. Все может закончиться весьма плачевно, да. Так и происходит. Это еще хорошо, что так. Да. Вот. Но взаимная страсть... На самом деле, я всегда за яркие переживания, особенно если вы свободны. Если вы свободны, и вам довелось впасть в любовное безумие, ну, насладитесь этим, будет что вспомнить. Вот. Другое дело, что не нужно по поводу этого строить вот какие-то долгосрочные планы. Вот этого своего, что мы сразу нарожаем 150 детей, будем жить долго и счастливо, умрем. То есть, вот пока идет страсть, лучше не идти в ЗАГС, лучше подождать. Вот это именно пресловутый гражданский брак, лучше попритереться, да? Ну, по статистике, да. Понимаете, сейчас вообще, в принципе, вообще меняется вообще характер семейно-супружеских отношений. Так, вот это интересно. Да, значит, ну, все мы как бы наследуем нашим родителям, и наши родители все-таки воспитывались в семьях, где были императивы необходимости одного брака, что было обусловлено материальными факторами. Там жизнь... не выжить было, в одного было не выжить. Да, ну вот, и общество требовало от тебя, потому что если ты был вне брака, то ты какой-то был бракованный. Вот, поэтому нужно было, потом нужно было обязательно детей заводить там в определенном количестве и так далее. Ну вот, и экономические, то есть вы там долго-долго копите на квартиру, ну не копите, а живете, стоите в очереди, чтобы вам дали квартиру в Хрущевке, вот, и потом вам никто ни другой квартиры не даст, да, вот, и, соответственно, сейчас, в общем, взял, поехал, снял там комнату и живи сколько хочешь, вот, сейчас просто очень упростилось, увеличилась свобода людей, финансовые, передвижений там, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, возникло значительно больше искушений. Потому что раньше, вот где вы могли встретить свою любовь всей жизни? В школе. Вот в соседнем подъезде, либо у друзей. В соседнем подъезде, на дне рождения у друзей там, и так далее. Вот. Сейчас вы находитесь в иллюзии. Вот. Хотя на самом деле процент
людей, которые вступают в брак, познакомившись в интернете, растет просто геометрически, но просто люди теперь знакомятся только в интернете. А там есть проблема вот этого ощущения бесконечного перебора. То есть вот можно постоянно с кем-то переписываться, знакомиться, встречаться там и так далее. И все время ждать, что появится что-то вот небесное, именно мое и навсегда. Вот. Мое и навсегда делается взаимными усилиями партнеров. А, то есть это не боженька какой-то тебе говорит, вот вы созданы друг для друга, да, получается? Я сейчас, Андрей, не думайте, что я конченая, я сейчас транслирую то, что мне пишут люди, потому что вот сейчас женщины вот сидят, в смысле? Подождите, а что, не бывает, что люди созданы друг для друга, а остальные не созданы? Типа вот такие женщины. Я предлагаю всем, кто думает, что они могут быть созданы друг для друга, взять подписки, в которых состоят мужчины и в которых состоят женщины в социальных сетях. Вы просто посмотрите, и если вы подписаны на одно и то же, то вы, вероятно, созданы друг для друга. Но я уверяю вас, что подписки будут и по смыслу, и по сути совсем разные. Слушай, Андрей, если вдруг я увижу, что мой потенциальный молодой человек подписан тоже на Makeup Forever, там, на вот эти все, как выложить волосики, это будет тревожный звоночек, если честно. Да, поэтому мы разные с вами, да, и для того, чтобы найти точки соприкосновения, найти вот эту какой-то взаимный интерес, взаимную поддержку там, и так далее, это огромный труд. Это никогда не дается свыше. Да. Вторые половинки родились из мифа, который Платон, древнегреческий философ, вложил в книге, да, «Пир», такой диалог у него знаменитый философский, вот, где сидит женщина, и рассказывает, женщина с философическим складом, вот, и рассказывает миф о том, как, значит, существовали существа трех полов. Мужские, женские и среднего. И они были такие большие и крепкие, и звали их андрогины. И они, значит, настолько все как бы были... Совершенные. Да, что они стали, значит, богам кузькину мать показывать. Боги от этого разозлились и стали метать в них, значит, огнем и мечом, и молнией, и прочее. И поделили их на двоих. Посадили на карантин их всех. Да, значит, дальше они валялись, я практически дословно, значит, с разрезанными животами, почему у нас с вами пуповина, да, и в потьмах этого покрытого, значит, тьмой, золой мира искали свою вторую половину. Значит, зачем был создан этот миф? Все мифы создавались для того, чтобы объяснить что-то. Mm-hmm. Так вот, он был создан для того, чтобы объяснить, почему одних мужчин влечет к женщинам, а других мужчин влечет к мужчинам, а одних женщин влечет к мужчинам, а других женщин влечет к женщинам. Вот, потому что каждый ищет свою вторую половину. И если вы были... Вот откуда этот миф. Ну, то есть это вообще не имеет никакого отношения, вот в принципе, вообще вот как бы к нашей вот этой вот... Взяли, приладили, значит, языческую, это же все, боги-то были, Зевс, Гера и так далее, языческую мифологию к христианской традиции, что значит вот... женись и, значит, не смей больше смотреть на его глаза никого, а то тебе глаза повырываем. Ну, как бы, вот, ну, и что? И дальше вот живем в этой ахинее культурной. Очень приятно, конечно, думать, что где-то есть половина. Нету. Выстругайте ее. Возьмите бревно, сустрогайте себе буратино или вот склейте себе мальвину. Вот, получается, вот. Можно взять любое бревно, вот абсолютно любое. Ну, то есть, вот такие сейчас женщины скажут, окей, то есть я могу взять любого мужика, и под себя сделать. Но ты же, получается, ломаешь человека. Ты будешь переделывать живого человека. Значит, хороший вопрос. Значит, вот вы всегда так говорите, когда надо временно подумать. Хорошие, какие красивые тени у вас. Блузка какая красивая. А сами думаете, что ответить на этот бред? Вот. На самом деле, другого человека переделать нельзя. Значит, можно с ним сделать отношения. Когда я говорю про
сделать Буратино под себе подстать или Мальвину слепить себе подстать, я говорю не про то, что вы другого человека переделаете. Да никогда вы никого не переделали. Вас можно переделать? Нет, вряд ли. Какого ляду кто-то думает, что он может кого-то другого переделать? Ну, типа, любая любовь к нему его и переделает. Вот такие же есть женщины. Тяжелая психическая расстройство. Да, значит, и переделать невозможно. Но если у вас есть взаимная мотивация, да, к тому, что вы готовы, созрели к долгосрочным отношениям, и, значит, вы друг другу подходите в сексуальном плане, это важно, да, потому что если у одного высокий сексуальный темперамент, у другого партнера низкий сексуальный темперамент, ну, как бы надо сразу иметь в виду, что это не совсем хорошая основа для всего происходящего. Второе, у вас должны быть общие интересы с точки зрения информационного пространства. Вы должны хотеть смотреть одни сериалы, одни фильмы, читать одни книги. Если вы хотите одно, другое, другое, то вас неизбежно просто постепенно эта информация разведет на разные полюса. Вот. Третье, способны ли вы вместе что-то делать? Значит, важно, чтобы вы могли быть друг другу помощниками. Там, как по Экклезиасту, если мы уж пошли, значит, в эту мифологию, да, Ветхий Завет, да, если один упадет, то, значит, и останется валяться, а если двое пойдут, то один другого поднимет. Значит, здесь очень важно, насколько вы способны оказывать друг другу поддержку и принимать ее, потому что часто бывает, что люди от кого-то готовы принять поддержку, могут ее принять, а от кого-то не могут, но просто... Ну, вот так они устроены. Ну, вы же устроены так, что я сам, не надо помогать. Во-первых, мужчин нету мужчин, да? Есть среднестатистический мужчина, несуществующий в природе, да? Вот. Дальше есть разные вариации этого типа. Вот. И есть вещи, где мужчина себя идентифицирует, да? Мужчина же, как бы... презентует себя миру через что-то. У него женщине не надо презентовать себе миру. Да? Она и так как бы, уже как бы, презентована, потому что на нее обращают внимание, за ней следят. Ну, как бы, вы зачем все прихорашиваетесь? То, что вы знаете, что за вами... Но это есть презентация. Да, это же есть самопрезентация. Ну, да, самопродажа, если угодно даже. Да, но это такое внутреннее состояние. Да? Вот, как, угу. Вот женщина уже всегда, как бы, вот она... Вот у нее уже есть муж. Почему, зачем она продолжает краситься? Не знаю. Это мы против других женщин красимся. Я клянусь, это кто-то сказал умный, не я сказала, а умный, что если бы девочки одевались для мальчиков, а не для друга, девочки бы ходили голые. Поэтому мы одеваемся против других женщин просто. Это правда, но на самом деле все есть потребность в этой презентации. Потому что для женщины презентация во внешности, в том, как она выглядит, да, и дети. У нее есть вот как бы такая легкая форма самопрезентации и фундаментальная. Вот. У мужчины дети не являются его презентацией. Мужчины некоторые хотят, чтобы их дети... Но все дети, как правило, как вы знаете, у таких мужчин не соответствуют ожиданиям отцов, и дальше возникает проблема отцов и сыновей. Вот. Извечная. Вот. Поэтому мужчина может презентоваться только какими-то делами, какими-то достижениями, каким-то вот этим вот своим вот что-то. Поэтому, ну да, есть такая часть. Вот. Но это совершенно не значит, что, во-первых, ему не... Поддержка может быть эмоциональной, поддержка может быть, там, я не знаю, партнерской, поддержка может быть просто в другом аспекте. Ну, там, за каждым сильным мужчиной всегда стоит сильная женщина. Mm-hmm. Вот. Но не всегда, но часто. Вот. Почему? Потому что она что-то волочит. Потому что если мужчина что-то большое достигает, то у него, конечно, должна быть какая-то скрытая часть этого айсберга, да, которая mm-hmm. это... Ну, возьмите Толстого и Достоевского. Но жена Толстого записывала... От руки переписывала. Эти каракули. У Достоевского на слух записывал. Достоевский вообще не любил писать. Сидела жена и просто... Он ее называл «моя печатная машинка». Понимаете? Ну, вот. Кто написал роман? Они оба жена написала. Понимаете, просто он бы не смог так работать, он бы не смог так действовать, если бы она не ему эту помощь не оказывала. То есть
Толстой бы закопался в первой своей повести. На Ясной Поляне уже где-то был. Да, да. Вот. А Достоевский так бы и своим кредиторам все бы проиграл и остался бы ни с чем. Так, у нас мы успели проработать всего два вопроса, потому что вопросы, видимо, задают такие глубокие, или вы умудряетесь обо всем вот это все собрать. У нас остается буквально 10 минут. Мы успеем еще один вопрос прям коротенечко обсудить? Прям один, но важный. Просто очень важный вопрос насчет хейтеров, потому что вы знаете, да, что такое хейт? Вот в интернете это сплошь и рядом. Мне, наверное, больше понятно, а мне там пишут, там, сдохни, прям вот такое пишут. А вам, я прям пошарилась по интернету, самое обидное про вас писали, я прям записала. Он просто образованный манипулятор. Ну, то есть, ну, это даже не обидно, это как-то восхищение какое-то даже. Но что делать? Вот, допустим, мы же как воспринимаем? Если есть враг, какой-то раздражитель, как по природе, бей или беги. То есть либо удаляй аккаунт из Инстаграма, либо отвечай обидчику. И у меня всегда желание ответить, но это неправильно. Я же не должна лаять так же, уподобляться вот этим вот людям. Что делать нам, простым людям? Значит, как отвечать? Да, мы оказались в очень среде беззащитной. То есть мы находимся в конструкции, при которой обычно же отношения между людьми регулируются возможностью силового воздействия. Ну, то есть почему на улице люди друг друга не хейтят? Потому что они могут получить в торец. Ну, потому что нет анонимности вот этой, безнаказанности. Да, да. Вот. И я не сомневаюсь, что очень скоро анонимность в интернете будет устранена. Значит, и, соответственно, все люди начнут быть привязаны к своим аккаунтам, потому что это, по сути дела, наше новое гражданство. Мы с вами граждане определенных стран, и по мере того, как становится среда агрессивней, дальше начинают включаться регулирующие функции. Вот. И мы, скорее всего, идем к конструкции, при которой эти аккаунты будут за нами так приписаны, что мы будем легко верифицируемы. Да? Как паспорт. Да. А дальше, как вы понимаете, за лишение... Вы помните, в «Черном зеркале» была такая история, где там в сериале «Черное зеркало» по лайкам, да? И там, если у тебя кончаются лайки, то ты куда-то... Ты вообще... никто, да. Никто, да. Ну вот, и если ты лишаешься аккаунта, то ты тоже никто. Ну вот в этом будущем мире. Mm-hmm. То есть у тебя никуда, ты не можешь ни купить, ни съездить, ни получить информацию там и так далее. И это будет риск для людей, и это начнет быть сдерживающим фактором. Вот, поэтому вот деанонимность, да, деанимизация, вот, она нас ожидает в ближайшем будущем. Нужно просто как бы переждать это время с этими людьми, которые... Просто общий уровень культуры же снижается. Снижается общий уровень интеллекта. Мы в целом находимся в мире, который стремительно дебилизируется, и это, с этим никого не... И это способ самоутверждения, это способ хайпа, это способ как бы свою как-то репутацию сделать хотя бы и на негативе и так далее. Ну, вот, какую-то свою популярность и прочее. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну что, жалко этих людей. Где-то они больные, где-то они... Ну, то есть воспринимают просто... Как не реагировать? Сказать себе, наверное, Наташа, он больной, раз он такое написал, или что? Ну, вообще, как бы, вот надо внутренне просто для себя определить, что, ну, вот мы же с вами работаем в наших аккаунтах, да? Значит, вот это ваша работа, да? Ну, как бы, у меня работа такая популяризаторская, ну, вот, но тоже работа, да? Я воспринимаю этот аккаунт как рабочий, вот. И других бы не заводил, честно говоря. Зачем они зашли? Это какой-то бред. Ну ладно, я не буду говорить. Ну вот, кто-то приходит к вам на работу и говорит, вы просто образованный манипулятор. Да. Зачем? Ну ко мне так на работу сложно прийти. Ну, с такими текстами сразу и выйдут. В окно просто. Да, я в целом, да, сильно не миндальничаю. Ну вот, но если это для вас работа, вот, то... Вы работаете на тех, кому вы нужны. Вы именно работаете на дегенератор. А на них не обращайтесь. Ну, как бы, а дальше, ну, кого-то занесло, кто не, там, не ваш. Ну, как бы, не ваша аудитория. Ну, чем вы можете ему помочь?
Ну, даже бы цветы бы на могилу отправили, да жалко. Ну, это же деньги, да. Могилы нет. Ну, то есть вот так с юмором относиться к хейтерам, вот так поржать над ним, да? Да, ну, как бы, ну, что поделать. Мы сейчас в этом смысле беззащитны. Это, конечно, свинство. Вот, это глупость, это все как бы, но это этап переходного периода, когда мы переходим к новой реальности цифровой. Mm-hmm. Вот, она постепенно сама отстроится, наведет порядок. Короче, все будет, я сейчас опять перевожу на русский язык. Ребята, все будет хорошо, ребят, но не у всех и не скоро, но в целом будет хорошо. Андрей, у нас время подходит к концу, а Инстаграм – это такой зверюга, который просто выбивает нас из эфира, и мы не успеем даже попрощаться. Поэтому я вас благодарю очень сильно, жду, вот так буду с книгой на каком-нибудь вашей, на какой-нибудь презентации ждать автограф. Вы можете пообщаться, подосвиданькаться с людьми, которые все благодарят вас за эфир. Спасибо большое, было очень приятно. Прежде всего вам спасибо, потому что я, ну, тронут вниманием, интересом. Мне очень приятно и замечательно, что кто-то еще подумает чуть посложнее благодаря нашему разговору о вещах, которые действительно требуют приложения каких-то интеллектуальных усилий. Все хотим быть счастливыми, но будем за это бороться, используя какие-то знания наши. Спасибо вам, спасибо всем, кто был в трансляции. Спасибо, всего доброго. До свидания.